как Украина расследует военные преступления России в оккупированном Крыму, станет ли Крымская платформа эффективным инструментом деоккупации полуострова и как мы будем бороться с российской агрессией, имея огромную дыру в бюджете. Об этом будем говорить с публицистом Сергеем Бережным вот в этой студии в программе «Прайм» в 20:00 по киевскому времени. Присоединяйтесь.